Кря. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «Желешки». Я не знаю, что это за игра. Я вообще... А, это ваш Эво. Короче, мне в комментариях начали писать поиграть в нее. Что-то игра про желешки. Ешьте растения, чтобы размножаться быстрее. И это вроде как игра очень захватывающая, очень интересная. Умение размножения Эво. Эво сами размножают со временем. Ешь траву в деревья, чтобы размножаться. Так, хорошо. То есть я могу их размножать таким макаром. Это способности. Окей, я понял. Вот, я так понял, это игра с другими игроками. Но мы сейчас разберемся во всем. Вот, и учитывая, что очень много людей меня комментировали и советовали в это поиграть, наверное, игрушка прикольная. А, понял, то есть это физика, что ли? Вот этот парень злится. Большие Эво едят маленьких, растите своих Эво. Ага. Как мне победить? Можно использовать разные стратегии. Съешьте всех противников или наберите 300 эво. Так, а я могу им управлять? Управлять я им не умею, то есть я должен его кидать. То есть вот так это работает? Слушай, интересно. Серьезно? Так, ага. И вот эти парни, они когда увеличиваются, они разгоняются, понял? Они разгоняются и толкают друг дружку. И в результате получается, что я могу толкать своих персонажей другими персонажами. Ага. Вы единственный выживший, хорошо? Вы готовы встретиться с другими соперниками? Выигрывайте, чтобы открыть новые миры. Хорошо, давай попробуем. Задание. Съешьте. Да я съел. Давай. Эво пас. Да что такое вообще происходит? Монеты. Начальный. Так, подожди, а это не Бравл Старс? Что-то очень на Бравл Старс по графике похоже. Ваш Эво был улучшен. Теперь Эво съест больше соперников, далеко откидывает ваших Эво и новый уровень мастерства. Удобное, кстати, обучение здесь сделано, мне нравится. Ну, поехали. Это я играю с другим игроком или я играю в принципе? Ладно, давай думать, какой тактикой тогда побеждать, потому что нужно, по идее, думать. Я могу вот так вот делать. Отлично, отлично. Оп. Шо, ребята, на меня полетели, да? На меня полетели. Проблема. Опа. Ну и все. Изи. Интересная какая игра. Простая, но интересная. Давай. Еще одно улучшение. Эво отпрыгивают дальше, когда рождаются. Новый уровень мастерства, а Эво съест больше соперников. Хорошо, погнали дальше. Вражеский Эво. Я один против двоих теперь? Это реально стратегия на телефон, прикинь? Это реально стратегия на телефон. Охренеть. Здесь действительно есть тактика. Здесь действительно есть методы победы. Здесь действительно есть возможности как-то быстрее добраться. Я думаю, что хорошая идея мне себя усиливать вот таким макаром. Нет, кстати, увеличивать себя не нужно. Увеличивать себя не нужно, если я хочу идти в тактику. Если я хочу идти в тактику по... Оп. Мой малыш дошел. Он начал жрать людей. Замечательно. Прекрасно. Пока вот там вот этот мой жрет всех, я вот этих уже добавлю. Потому что иначе они сейчас 300 соберут, и все плохо будет. Они тоже способности используют, или это я сделал? Но, в принципе, мне это сейчас выгодно было. Не туда. Вот, ребят, вам лететь надо, короче, скоро. Вам нужно лететь, я говорю, вверх. Вверх лететь, вверх. Оп. Нормально. Так, все, я думаю, что мне можно 300 собирать. Никаких проблем здесь у меня не будет вообще, в принципе. Съесть их, вот этих вот всех, наверное, будет немножечко затруднительно. Попроще будет все же накопить себе копии, и все. Да? Да, я так думаю, потому что уже и так почти 300 собрал. Просто бомбить по центру, и это будет давать мне все. То есть это действительно стратегия в телефоне? Я немножечко удивлен, если честно. Я ожидал, что это другая игра, другого формата. Мне даже нравится. Посмотрим, как она вам зайдет. Вы открыли новый мир. Посмотрим, как она вам зайдет, будет ли она вам интересна. Шарик. У меня появился шарик. У всех Эво свои умения. Соберите коллекцию. В сундуках вы найдете новых Эво. Я играю с другими игроками. Ха-ха, интересно. Подожди, не понял. Ага, я разделяюсь. То есть он по стандарту растет, но я разделяюсь. Возможно, стоило бы сначала посмотреть, что у меня дают способности. Не, мне по-любому... Тихо, куда? Мне по-любому нужно... Я его уже сожрал, ты видел? Обалдеть, я уже его захал. Он увеличивается, кстати говоря. Он видит, что я к нему приближаюсь, поэтому он увеличивается. Блин, не долетел! Хреново. Он увеличивается довольно неплохо. Мне нужно его сейчас, вот этого моего здорового, туда закинуть. Лети. Да ты прикалываешься, что ли? Мне нужно вот этого поднять туда. Сейчас. Не падает к моему здоровяку. Да лети ты нормально, но вот это ты задрал. Оп, нормально. Нормально, хорошо. Он становится больше. Я сейчас его, короче говоря, как закину. Это челик. Оп, хорош. Все. Изи вин. У меня не самый большой кубик. В смысле у меня... Как это сейчас произошло? Как он меня сожрал? Бам! Точечно. Так, нужно еще к нему залететь. Я пойду по тактике, короче говоря, уничтожения.
Я пойду по тактике. Давай, давай, давай! Собака. Вот собака. Слушай, ну ты залети, пожалуйста. Я тебя очень прошу, залети, пожалуйста. Ну, прошу. Хорош. Так, самого большого руби. Самого большого руби. Все, 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 все. Они падают ко мне. Стоп, а почему я уменьшаюсь? Так, все, поехали, 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 поехали. Мой бьет. Мой бьет почти всех. Так, теперь вот этих можно увеличить себе. Теперь меня больше. Теперь меня намного больше. Так, тебя тоже увеличим, нормально. И вот этот больше мой тоже стал. Я пока сюда не буду увеличиваться. Туда я не буду идти, потому что туда не надо идти. А я могу вас скинуть просто? Нет, не могу. Нет! В принципе, кстати, кругляшки неплохие такие. Потому что, да, вначале за них труднее немножечко. Но зато потом, как только ты немножечко получаешь возможностей, ты уже становишься гораздо сильнее. Вот этот парень сейчас будет пытаться ко мне забраться. Видишь, что он пытается? Он пытается ко мне забраться побыстрее. Он пытается на мне получить сейчас очки. Но у меня уже много. У меня уже много очков, у тебя уже ничего не получится. Окей, я победил конкретно по тактике. Причем, мне кажется, мой слабее. Не понял. А что происходит? Не понял. А что таки происходит? А что происходит? Как? Я вас уничтожу. Мое уважение. Вот это было хорошо. Вот это было хорошо. Он реально победил меня интересно. Он реально победил меня неплохо. Я буду продолжать играть за шарик, потому что за шарик, мне кажется, веселее. За него есть какие-то свои прикольные концепты. Вот это прыгулинка и все такое. За него довольно весело. Сначала режемся. О, полетел один. Полетел молодой. Так, не понял, почему он такой большой стал? Почему он так расширился сильно? Да куда? А, нормально, нормально, нормально. Бам! Нормально тебе, бам! Так, ребят, увеличивайтесь побыстрее. Растите быстрее, пожалуйста, растите быстрее. Прошу, 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 прошу. Молодцы. Так, тебя тоже я отделю. Потому что мне сейчас надо будет кого-нибудь из вас выкинуть. А, стоп, чем больше они двигаются, тем больше они растут, походу. Да, чем меньше они лежат на земле, тем больше они становятся. То есть мне постоянно надо своих раскидывать. Иначе от этого толку не будет никакого. Все, я понял, как это работает. Так, наши сотрудники воюют. Точнее, наши враги воюют. Полетели, ребят, полетели, полетели, полетели. Не сым, не тратим время. Сейчас я вас буду раскидывать всех. Мы работаем, походу, как цветочки. Вот этот парень у нас пограничник, видишь? Он не дает никому ничего, а сам получает все. Так, ребят, полетели, полетели. Да ты ж собака! Да ты ж собака, я прям сейчас хотел полететь, а ты мне помешал. Так, вот этот сверху распространяется, вот этот держится здесь. Ну, то есть, здесь у нас главная куча мала. Сейчас мне надо туда мою бомбу закинуть, и пусть все будет хорошо. Под бомбой я имею в виду моих ребят. Погнали. Найс. Возможно, не так все хорошо прошло, как хотелось бы, да? Не так все хорошо хотелось бы, как прошло, но, в принципе, нормально. Так, мне надо моих больше раскидывать. Если я кидаю куда-то сюда, они раскидываются хорошо? Нет, они раскидываются недостаточно хорошо. Так, давай я вас порежу тогда. Я вас сейчас порежу, собаки. Так, вас порезать тоже. Вы должны у меня улетать. А я могу вас резать? Не могу вас резать, понятно. Так, давай я тогда вас порежу, получается. Вот этот начинает жрать людей. Начинает жрать людей. Молодец. Молодец, хорошая работа. Полетели вперед. Нам нужно развивать наше нападение. Давай. Хорош, нормально. Так, теперь вот это вот мы расширяемся. Плохо, что я не могу их как-нибудь всех поднять, понимаешь? А, чем больше я их делю, тем больше у меня получается уровень, что ли? Так, ребят, залетаем. Нам нужно забраться наверх. Наверх нам надо забраться. Потому что если мы заберемся наверх, то это будет нам все. А у меня, кстати говоря, больше всех уже. У меня больше всех, народ. Мои ребята уже начали падать. Мой вот этот братюня уже начинает там вот это вот их потихоньку откусывать. И это хорошо. Чем больше едим, тем лучше. А мы уже почти победили, кстати. Первая победа! Слушай, какая игрушка прикольная, серьезно. Вам нравится? Да иди ты вот. Я буду за шариков. Мне нравится за шариков играть. Шарики веселые. За шариков прикольно. Шарики необычные, понимаешь? Все остальные обычные, а шарики необычные. Шарики нестандартные. Шарики здоровские, шарики хорошие. Так, давай я вас вот так вот откину, чтобы вы у меня покатились. Оп. Поехал. Приехали. Здорово. Так, теперь аккуратненько надо тебя, короче. Да не туда! Ты что делаешь-то? Увеличиваемся. Что? Кого? Куда? Ну ты крыса, конечно. Так, нормально. Оп, хорошо, я своими же догнал. Замечательно. Я своими двигаю своих. Хорошо. Жрем. Не паримся. Так, давай, вот это, бомби его. Бомби вот этих вот мелких, хорошо. Так, теперь, ребят, делимся, пока он не нападает на меня. Вот этот мелкий тупой, мелкий не понимает жизни, мелкий не знает, что такое жить. Мелкий не знает, что такое получать победу. Капец ты здоровый. Капец ты, конечно, даешь. Ля ты конь.
Так, давай, полетели. Кто нападает, тот пьет шампанское, кто не нападает, тот сыкуха. Так, нам нужно здесь сейчас развиваться быстренько. Их будет кидать, и они будут расти. Круто. Так, ребят, можно побыстрее, пожалуйста? Можно побыстрее вам, пожалуйста, силу набирать? Ну что, вот эти ребята, они меня уже давят, топят меня, давят. Так, мне надо раскидывать. Мне надо моих раскидывать, вариантов нету. Вариантов никаких нету, ребят, поднимаемся, двигаемся. Нормально, увеличились. Так вот этот сейчас их сожрет. Жри. Вот этот будет всех кидать, и это тоже хорошо. Вот здесь мы можем наших бесконечно плодить, мне кажется. Мне надо, короче говоря, вот этого здоровяка по-любому куда-то выгнать. Вот, я своими как раз... А почему здоровяк-то поделился? Держите оборону, мелочь! Так вот на этого не нападает никто, но он тупой. Вот этот вот замок себе какой-то дебильный строит. Дурачок. Вас надо, короче говоря, вот так вот. Ноу! Это не то, что я хотел. Прям вообще не то, что я хотел. Между делом, у меня больше всех, прикинь. У меня появилась оборона. У меня появилась хорошая защита. Вот это вот здоровяки два. Они прям нормально защищают. То есть, видишь, они не дают пройти никому. И это здорово. А они как раз приходят ко мне. Все отлично. Мы ничего не делаем, просто плодимся. У меня есть оборона. Оборона есть, оборона живет. Мы плодемся, увеличимся в количестве. Они все падают на меня, оборона держится. И мы с тобой в результате сейчас 300 соберем. И все, изи победа. Так можно не падать, пожалуйста. Можно, пожалуйста, не падать. Я вас очень прошу. 300! Сейчас я тупо победил при помощи тактики, кстати. Мне очень нравятся эти чуваки. Делай раз, выстраивает башню. То есть потом мы сможем башню из них прямо строить. Кружочки мне очень нравятся. Кружочки веселые. За них интересно. Значит, нам надо нападать, получается, на всех сразу. Плохо. Ладно, пойдем вниз. Пойдем вниз, пока мы можем, мы топим. Потому что вот этого мы уже почти завалили. Вон он увеличивается, и нам плевать. Нас не волнует, не-не-не, вообще не парит, вообще как бы пофигу. Настолько пофигу, что охренеть как можно. Так, вот это, полетели, туда. Вперед! Бам! Ньоу! Ну куда ты полетел? Ну вот, когда я тебе сказал полетели вперед, я не имел в виду вперед. В мою! Так, ну пока что мы вот этого контролируем. Вот с этим мы разбираемся. Мы его завалим. Он потому что весь по-любому для того, чтобы развиваться, будет идти ко мне. А ко мне он пойти не сможет. Так что нам вот этих вот надо теперь распространять туда. Все, сейчас они разовьются сюда. И мы туда вот пойдем, на него. Нам нужно идти направо. Слева все гарантировано уже отлично. Я бы даже сказал, просто замечательно. Так, вас пока что я увеличиваю. Я буду тратить немножечко денег на увеличение, немножечко денег на атаку. Проблема, кстати говоря. Проблема, знаешь почему? Потому что вот это вот развивается быстрее меня. А я ничего здесь поделать не могу, я вот этими уже не могу атаковать сюда. Я планирую вот этими мелкими сейчас пойти быстренько на дубаси. Но мне не кажется уже, что получится, потому что, ну видишь, да, они как большие. Да, я сделал атаку. Да, я показал ему, что я мужик. Но как бы проблема. Не, ну ему конец. Вот этому точно кирдык. Он уже ничего не сделает. Он уже просто ничего не сделает. Он уже все. Так, увеличиваемся. Тогда мы можем быстренько сейчас 300 зафармить. Можем сейчас просто 300 получить и все. Потому что мы плодимся как бешеные. Охренеть, как мне нравится играть за кружочки эти. За кружочки играть один кайф. Просто один кайф. Действительно, они распространяются как вирус какой-то, понимаешь? Это весело. Черепаха, да какая черепаха? Пошел ты вон, ты шут. Я кружочек, какая черепаха? А черепаха против меня. Черепаху, наверное, трудно сдвинуть. Черепаха, скорее всего, танк. Шо, я опять по центру? Где я? Кружочка 2. Кружочек, вот он еще один. Прикинь, кружочка 2. Прикинь, 2 кружочка сразу. Так, ну у меня есть, кстати говоря, дыра. У меня есть дыра, в которой я могу делать грязные дела. Замечательно. Так, давай я вот так вот, но не всех. Всех не надо. Всех закидывать в дыру не надо. Мне нужно одного из них выкинуть. Так, а вы что? Кружочек пошел в атаку, походу. Не понял. А почему? Что это за кружочек вообще? Давай. Хорош. Так, все, вот эти вот будут у нас, короче, атакующая сила, вот эта вот пачка. Вот эта пачка, вот здесь у нас будет развитие идти. Здесь у нас будет расти наша армия. Так, нам надо вот это. Не понял. А как у этого сотка? Это что за прикол? Так, ладно, погнали. Ребята, давайте множимся. Нам сейчас срочно нужно размножаться, нам нужно срочно получать больше сотки. Потому что у этого парня дофига что-то денег уже. И это плохо. Так, вот это вот. Нам, короче, чем больше мы двигаемся, тем больше мы развиваемся. Это я понял. И поэтому, если у меня есть, короче, какая-нибудь территория, в которой я могу просто спокойненько потереться, если я могу куда-нибудь запихнуть свои шары, звучит странно, но как бы да. И ими тереться, то мы сразу почти практически будем уже одерживать победу. Смотри, у меня такие вообще тактики получаются хорошие. То есть мне даже сейчас не пришлось воевать. Я подготовил себе защиту, если враг вдруг пойдет в атаку. Но я по сути просто задавил числом. Бронзовый каванист, у вас новый ранг шарик. Найс. Блин, такая залипучная игра, пиздец, ты не представляешь. А что такое?
100 денег нужно. Съешьте там чего-то. Но я посъедал много, мне, короче, нужно 6 побед получить, и тогда все будет хорошо. А почему я не могу улучшить, я не понял? А у них есть свои статы, кстати говоря. Так, подожди, я не понял, а почему я не могу его улучшить? А, вот. То есть я, получается, здесь это получаю? Ребята, пишите в комментариях, как это работает. Выстраивает башню из ваших эво. Притяжение. Ваше эво притягивает ближайших соперников. А, то есть я сразу поднял на 2 уровня? Ну я теперь точно буду победителем, получается. Все? Все, это тупо, у вас шансов нет, ребят. Все, ливайте. Ливайте. Мы что, читером? Все не так просто, потому что я не могу здесь кататься. Мне не обо что тереться. Мне нужно срочно забраться направо. Полетели направо. Так, я внезапно напал сюда! Я задавил сразу врага! Нихуя себе! Так, сразу вот этот, оп. Так, сейчас правильно шестерочку использовать. Правильно использую шестерочку, и все нормально. Да ну это правильно, по-твоему, шакал! Так, ладно, 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 живем, живем, живем. Пока что враг сильнее. У него очень хорошая, кстати... Да. Ну куда?! Зачем? Почему? Почему ты летишь туда, я не понимаю. Или оно летит туда, куда я показываю? Оно летит, походу, рандомно вообще. Или оно летит к своим друзьям, или как оно летит вообще? Проблема, большая проблема, потому что таким макаром я фиг что получу. А он уже увеличиваться сейчас начнет, собака. Нет, просто в количестве я его не задавлю. Ля, прикольно, как слышишь. То есть я ближайшие беру и из них строю башенку. А я могу, получается, башенку любого размера строить? То есть я могу башенку построить прям большую? Я не думаю, что я могу атаковать, я не думаю, что у меня хватит времени на это. Мне нужно сейчас быстро раскидывать моих ребят. Нужно потерпеть шестерочки, нужно потерпеть шестерочки. Нет, не башни, не башни, не башни, не башни. Нужно потерпеть шестерочки. Все, разлетаемся. Разлетаемся и множимся. Вот, я как раз пошел в атаку заодно. Немножечко, совсем милипусечка. Не, подожди, у нас ничего не получается. Защита пошла, защита пошла, защита идет. Защита у нас есть, есть легенькая защита. У него сейчас 300 будет. У него очень хорошая позиция была. Тут нечестно, у него очень хорошая позиция. Я ничего не мог сделать. У него прям неприступная для меня крепость оказалась. Вот этому парню какому-то повезло. Мне надо направо. Не повезло тебе, братуха, братушка, дружище. Вот это я тебе сочувствую, понимаешь? Увеличься еще раз. А я увеличу, оп. Разлетаемся. Нам нужно расти. Нам нужно расти. Быстро, 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 быстро. Так, тебя я увеличиваю сейчас. Мы катимся и добиваем их просто. Притягивай. Это что, серьезно так работает? А кто остался? Вот это что ли? Желейка здоровая? Вот эта притяжка, это прям гипер хорошо. Это прям очень хорошо. Притяжка это реально супер. Потому что при помощи притяжки я просто сейчас затащил катку. Вот этот мой соперник нормально боролся причем. Он нормально боролся. Он неплохо, он уже начал развиваться. Но я просто вовремя притянул и все, и кирдык. Так я не понял, а я деревья могу как-то уничтожать? Почему оно уменьшилось? Почему это деревья, дерево стало чуть поменьше сейчас? Не до конца я пока что понимаю всего, понимаешь? Не до конца я все понимаю, но в принципе я понимаю, что я понимаю. Ну вот, ну это была совсем легкая победа. Я говорю, вот с этой вот способностью очень много можно сделать. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий, напиши, хочешь ли ты еще. А пока на этом все. Всем пока, до скорого, удачи.